бизнесом. Мой бизнес страдает. Такое ощущение, что мы говорим на разных языках. Силикона почти не осталось. Мы не можем делать новые чехлы. Достаньте мне его, идиоты. Что он сказал? Я снова ничего не понял. Что-то про силикон. На каком языке он говорит? Этот русский очень странный. Шеф, смотрите, какая крошка. Вы снова все перепутали. Смотрите, какие сиськи. Силиконовые. Шеф, вы же хотели расслабиться. Силиконовые? А вы не такие уж и придурки. Тут на целую партию хватит. Алина Ремонт. Купи чехол и получи бронь в подарок. Количество силикона ограничено.